Всем привет, дорогие друзья! Ну что, находимся на площадке. От ученика поступил запрос. Нужны перекладки. Поработать над перекладками, поработали с машиной. И в целом, чтобы хорошо, идеально получался конфиг дороги в дрифт. Были там нюансы. В прямом эфире можете наблюдать, что происходит. Что-то не поехало. Странно. Но хочу сказать следующее. Значит, поработали маленько, заезжает, значит, что-то не то. Поработали на самом деле хорошо над передней подвеской автомобиля. Поработали еще там в целом над мелочами. На восьмерке попрактиковали, как правильно выполнять перекладки, что такое амплитудная перекладка, острая перекладка. И в целом все получилось. Так что не переключайтесь. Все правильно. Короче, топливо закончилось, потому что мы второй час мы фигарим без перерыва. Второй час без перерыва фигарим, но, в общем, как-то так. Пойдем спросим. Андрюха, давай в двух словах расскажи по поступившему запросу на сегодня, как поработали. Вот так. Слушай, запрос был основной в том, что я потерял веру в себя, перестал нормально перекладываться, только ручником контролился, ехал, как, в общем, унылое. Вот, ездил и не мог понять, что происходит. Поэтому у меня был четкий запрос перекладки. Перекладки без ручника. Начали с восьмерок. Вообще я не мог проехать ни одну восьмерку без разворота. Поменяли переднюю, получается, резину, поменяли давление, поменяли чуть в подвеске. Расхождение. Да, и сам, в принципе, подход поменяли при вот этом паразитском, блогерском, блядь, ну и поменяли вот эту вот блогерскую, блядскую, паразитскую херню, когда вот руль отпустил, и она куда летит. И кайфует! Да, она куда летит. Как бы. Вот это никуда так не летит. Ее надо как бы держать, ее надо прям четко. Не только ее, я хочу сказать. Как бы я-то только на ней езжу. Вот, поэтому начали с восьмерок. Да ладно, все, не рассказывай все секреты. Итого, да. Можем констатировать, что 2 часа прошли успешно. Вот так, надо 4. В целом, по поступившему запросу, как бы, доволен? Полностью. Вот так вот, друзья, так что обращайтесь. Ребятки, такой запросик из Барнаула. Случайно никто не летит завтра сюда, в Москву. Либо послезавтра, в пятницу. Прям очень срочно, сила Инстаграма, давай, выручай. Давайте, ребятки, пожалуйста, кто смотрит, пошукайте по знакомым. Очень надо, просто очень.